Но если вы понимаете закономерность, как это работает, то вы можете кучу вещей, как бы сказать, минимизировать, что случайность случится с вами. Но до тех пор, пока все находится у вас в случайности, вы даже не задумываетесь. Вот случилась с вами случайность. Окей. Спросите себя, а что тут работало? Наорал на вас начальник. Случайность? Не, ну случайность. Попали под горячую руку, это же известно. Так же? Нет. Но можно изучить закономерности. По крайней мере, как не попадать под горячую руку. И то будет неплохая закономерность. И это фундаментальная вещь про изменение восприятия.